Кадровое планирование на ближайшую перспективу. 8 предприятий округа подписали трехстороннее соглашение со студентами и руководством Ненецкого профессионального училища. В течение 3 лет студенты будут получать образование по одной из самых востребованных в регионе специальностей – мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. После получения диплома новоиспеченные специалисты получат рабочее место на этих предприятиях. Плотник, слесарь, сантехник, электрик – востребованные на рынке труда специальности. Теперь можно получить и в Нарьян-Маре, причем бесплатно. 25 студентов Ненецкого профессионального училища подписывают трехстороннее соглашение о целевом обучении. Шишов Артем Сергеевич, Бочаров Даниил Сергеевич. Сторонами соглашения выступают Ненецкое профессиональное училище, 8 предприятий региона и студент. Согласно документу, студенты будут получать образование по специальности «Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем ЖКХ». Расходы по обучению возьмут на себя администрация Ненецкого округа и предприятия. 80 и 20% от стоимости обучения соответственно. Предприятие, в свою очередь, выступит работодателем. В процессе обучения оно возьмет студента на практику, а после успешного окончания училище предоставит рабочее место. Они не только будут оплачивать за них, они еще будут выстраивать линию компетенций с училищем. Почему? Потому что, предположим, Северожилкомсервис, и если им есть необходимость, у них свои котельные, есть необходимость дать еще дополнительную компетенцию по обслуживанию котельных, значит, мы для этих ребят будем делать. И будем эти компетенции развивать и на учебных, и на производственных практиках, которые будут проходить непосредственно на производстве. Студент, проходя практику, уже будет знать, какую работу он будет выполнять, будучи сотрудником предприятия. Работодатель, в свою очередь, сможет корректировать знания и навыки студента под определенную должность. Таким образом, система целевого обучения позволяет подготовить компетентного специалиста для окружного рынка труда. Мероприятие, которое формирует так называемый новый умный рынок труда в регионе. На самом деле, ребята, которые сегодня подпишут соглашение, они большие счастливчики. Потому что, по сути, вы уже знаете, где вы будете работать, вы знаете условия этой работы. Вы понимаете, что вы сможете там повысить уровень своего профессионализма и дальше пойти и строить новые планы на свою профессиональную жизнь. Получать актуальную профессию студенты будут на новом оборудовании, приобретенном на средства недропользователей. В ближайшее время оно поступит в Ненецкое профессиональное училище. Валентина Чибич и Антон Водряков, телеканал «Север».